дачи. Это здесь находится моя дача. И тут квартиранты были, снимали дачу. Уроды. Ну, алкоголики, скорее всего, по всему. Дураки, короче. Сейчас покажу вам, как они сделали ремонт. Во-первых, вот здесь срач был, но мы его весь убрали. Вот, я вам показываю картинку даже, что там было. Ну, ладно. Поскольку квартиранты эти так и не убирали за собой, сколько мы им время давали, мы просто к ним на участок этот мусор перетаскали. Так, в принципе, и... Вот здесь. Что дальше? Вот здесь доски вот зачем-то вот отсюда оторвали. Ну, то есть вот так. Ну, мы его тут чуть-чуть приклеили, прикрутили. Короче, смотрите. Вход раньше был вот здесь. Ну, вот здесь. Вот где вот эта вот дощечка была. А теперь смотрите. Вот веранда. Здесь не доделано. Ого, нифига себе, какое животное, блин. Перенесли сюда, непонятно зачем, замок. Замок пришлось снять, потому что он сюда не подходит. Там у них дырки не хватает. И, ну, тут, понятное дело, вот рамку так сделали. Странно, вообще непонятно. Оторвали все обои с этой стороны. Здесь тоже. Здесь какую-то плитку белую вообще понавешали. Я не знаю зачем. У нас такой не было. И здесь стоит труба. Здесь дыра, а там труба. Как? Вот объясните мне, как? Здесь они вообще краник какой-то вроде собирались поставить, да так и не поставили. Короче, просто снимали они у нас дачу, но они похозяйничать тут решили. Здесь обои все ободрали. Дальше смотрим. Здесь стоял диван, они его куда-то там выбросили, он сгнил. Диван... Дивану больше 40 лет, наверное. Лестница вот эта, во-первых, стояла раньше вот так. Ну, то есть вот с этой стороны. А теперь они ее повернули сюда. А давайте покажу. Давайте залезем, покажу. Кратенько. Смотрите. Вот, видите? Тут была кровать. Тут была всякая мебель. Тут все обои ободрали. Кстати, красивые обои на самом деле были. А сейчас они все оторвали и мебель всю вынесли. Зачем, я не понимаю. Зачем? Меня бомбит просто вот это. Здесь обои оторвали. Вот они лежат все. Печка стала еще более грязной, чем была. Ну и вот здесь плитки на соплях держатся. Ну, может, это до них еще было. Они... Твою ж налево. Видите, они легким движением отламываются. Здесь вот спальня. Здесь была кровать такая большая. Сейчас этой кровати здесь нет. Здесь стоят две другие. Две кровати, которые со второго этажа, собственно, вынесли. Вот здесь стоят детали от предыдущей кровати, которая была здесь. Короче, я просто в афиге. И обои, смотрите, тоже здесь оторвали. Здесь... Ой, у меня слов нету, господи. Ребята, думайте, прежде чем кому-то давать дачу, ну там, снять, так сказать, на полгода давали. Думайте, пожалуйста. Мы им... Они должны были, кстати, заплатить 30 тысяч. Тысяч. Но заплатили 20. Говорят, мы бедные, извините, все такое. Ну и ладно. Но это еще не все, смотрите дальше. Что внешне? Смотрите. Вот здесь, во-первых, появилась теплица. И там тоже теплица. Теплица, кстати, сейчас покажу. Сделана теплица на говеную руку, потому что вон стекла разбитые. Деревяшки-то не очень, кстати, хорошие. Здесь еще была ванна, хранили воду. Они ее убрали куда-то. Был еще кран для откачки, тоже убрали. Куда, я не понимаю. Так, вот здесь, короче, туалет находится. Смотрите. Вот туалет. Дверь, она валялась вообще на земле, мы ее сюда поставили. В туалет. Ну, сделали достижение, что можно сидеть, главное, в нем. Но раньше туалет, смотрите, он стоял вон там. Конечно, через копье. Может быть, такой туалет, конечно, лучше, чем такой. Но все равно. Сделали вот такой вот сарайчик. Ну, это может быть еще ладно. Ну, вот что более интересное. Вот. Раньше как было? Здесь была кладовка, здесь была баня. Но смотрите. Вот здесь дверь вся подперта. И
она не открывается. Давайте заглянем туда. Здесь баня. Здесь раньше стенка была. И смотрите, оказывается, никакой двери-то тут нифига нету, блин. Они из кладовки комнату отдыха тут сделали. Зашибись. Но вот, и вот каким я вопросом задаюсь, это зачем они тут делали комнату отдыха? Крюки тут висят, вон. Зачем они делали комнату отдыха, если баней пользоваться уже нельзя? Потому что печка, вы сами видите, что с печкой. Они чем думали? Печка, по-моему, еще до них такая была. Зачем они это делали, я не понимаю. Кстати, судя по тому, что тут валяются спички сгоревшие, тут неоднократно курили. Короче, у меня просто слов нет, ребята. Здесь это я не знаю от чего. Короче, ребята, думайте, прежде чем кому-то сдавать дачу или что-то еще, участок какой-нибудь.